В какой-то момент я вдруг стал замечать в своей жизни такую мелочь или такие мелочи. Независимо от того, какое у меня в этот момент было настроение, когда происходили эти маленькие ситуации, которые я назвал маленькие радости, мое состояние изменялось. Оно становилось более радостным, более объемным, более энергетически насыщенным. Это были обычные ситуации, которые происходят с каждым из нас каждый день и на дню по много раз. Просто часто мы не придаем им значения и не замечаем их. Например, я перевел через дорогу пожилую женщину. И вдруг я поймался на том, что когда я ее перевел, она улыбнулась мне и сказала спасибо. И я испытал от этого прилив энергии и радости. Затем я сидел на лавочке в парке, из-за туч вышло солнце, и я почувствовал его тепло у себя на лице. Я закрыл глаза, и опять возникло вот это вот состояние радости и энергетической наполненности. В офисе на ресепшене мне улыбнулась женщина, стоящая за стойкой, и поздоровалась. Я улыбнулся ей в ответ, поздоровался, хотя мы абсолютно не были знакомы. Я вдруг понял, что у меня опять поднимается и растет вот это во мне внутри радость, и увеличивается энергия. И таких ситуаций может быть в течение дня великое множество. Когда я вот это заметил, изо дня в день я начал делать такое упражнение, которое я для себя так и назвал «маленькие радости». То есть мало того, что тренируя свою осознанность, я в течение дня вот эти моменты отслеживаю и прислушиваюсь к себе, когда вот это состояние возникает радость, оно так расширяется, наполняет меня, и энергии становится все больше и больше. И такой прилив сил и возможности что-то сделать сразу становится больше. И если нужно идти что-то делать, или я в этот момент что-то иду уже и делаю, то я это делаю более легко. Мне это получается. Сил намного больше от маленькой какой-то ситуации, которая произошла. Так вот, мало того, что я в течение дня это все отслеживаю, я теперь стал и вечером, когда заканчивается день, я нахожу несколько минут, сажусь, закрываю глаза и вспоминаю вот эти вот ситуации, которые были в течение дня. Если даже мне кажется, что этих ситуаций нет, я просматриваю еще раз и еще раз, и обязательно нахожу 2, 3, 4, 5 таких ситуаций обязательно за день происходит. Я предлагаю вам сделать это. Не верьте вот так мне на слово, вот это работает. А сделайте это и посмотрите на себе, прислушайтесь, откуда берется в нас вот эта радость, и как эта радость придает нам сил, уверенности и наполняет энергией. Это работает. Сделайте это.